Добрый день. Я вітаю у Пражской студии «Свободы» демократичную лидерку Беларуси Светлану Тихановскую, которая находится с трехдневным визитом у Чехию. Добрый день, Светлана. Добрый день. Ведаю, что визит терминовый, что вы маете встречи с керавництвом Чехии, с президентом, с премьером, с керавниками парламенту, с мэром Праги, с керавниками ведущих министерств, с диаспорой, натурально. И это все отбывается на тле пленаванного закону у Чехии, вот для якого беларусам может быть недозволено эмигровать в эту Украину и может значно ускладниться жыццё беларусов, которые уже находятся у Чехии. Какая практичная мета этого визита, эти связанные на вот как раз с этим пленованным, ну, дискриминационным законом в некоторой ступени? Конечно, перед этим визитом мы отримали шмат листов от белорусов и Чехии, белорусов Беларуси на конт этого нового закона. И, конечно, это было основное питание, которое мы поднимали с министром замежных справ, министром Липавски, и мы были запевнены на этой встрече, что этот закон будет перегледжен и Беларусь будет выключена из этого закона. То бишь визы беларусам будут выдаваться у хуткім часе, бо мы растлумачылі, што беларускі рэжым і беларусы гэта не адно і тое ж. Трэба ціснуць на рэжым, але ж дапамагаць беларусам, і што беларусы ніякай пагрозы для Чэхіі не маюць, бо гэта відавочная практыка Чэхіі ад Масарыка і Васлава Гавэла, каб дапамагаць беларусам, і мы былі пачутыя, я спадзяюся, мы пабачым, якія будуць вынікі. И так само гэты закон про студентов, не закон, вот эта заява. Так само мы встретились с министром адукации тут, и так отбылося, что это была некая мискоммуникация, что некто распаўсюдзіў такую думку, што беларусы будуць выключаны з універсітэтаў па некаторых спецыяльнасцях, што новыя студэнты не будуць вучыцца ў чэшскіх універсітэтах. Гэта не так. Да, зараз будуць праводзіць нейкія праверкі студэнтаў, бо ну, менавіта падчас вайны, і было б дзіўна, калі б гэтага не адбывалася. І калі будуць установлены некія сувязі з КДБ або з другімі сіламі, то ёсць магчымасць, што ну, будуць некія наступствы, але гэта не павальна не для ўсіх, гэта для вельмі кропкава. То бок беларускія студэнты могуць спаць спакойна, і беларускія стыпендыі будуць працягвацца, выдавацца беларусам. Зараз амаль 700 студэнтаў вучацца ў чэшскіх універсітэтах, і 250 стыпендыяў выплачваецца Чэшскай Рэспублікай нашым беларусам. Вот, с осени 2020 года вы сустракались с многими сусветными лидерами, гучали слова поддержки беларусам, борьбе беларусов за свободу. После того, как Беларусь была утягнута в войну России супраць Украины, про Беларусь, можно сказать, забыли. И в многих выпадках, вот как в выпадку пленованного закона, российская матрица выкористовывалась в дочинении до беларусов. Тогда, как вот у России великозарная колькость людей подтримливая войну в Беларуси, этого не отбывается. И это фактически оккупованная территория. Но выглядит, что теперь демократичные силы будут доносить эту розницу ну, всему свету, что и робите, это одна из основных задач у теперь, так? Ну и Чехия, далее может быть и иншая краина, и вот, ну, вот такие визиты вам доведется робить у многие краины, где могут быть такие законы и такие заходы дискриминационные в дочинении до белорусов, которые как раз змагались за демократию. Да, вы ведаете, Ганна, калі пачалася вайна і Беларусь стала агрэсарам у свядомасці іншых краін, яны павінны былі дзейнічаць рашуча. Але з цягам часу стало ясно, что белорусский режим соагрессор в этой войне, а не белорусские люди, и политику да, Беларуси треба изменять. И каждый наш визит, каждая встреча и телефонная перемова нацелены на то, как тлумачить, что белорусы не повинны отказывать за помылки Лукашенко. І да, гэта цяжкая праца, але што рабіць? Мы павінны адстойваць сваё добрае імя, і мы насамрэч вось гэтыя паўтары гады барацьбы нам далі нейкую фору, бо ўжо за намі стаяў дэмакратычны свет. Мы былі як дэмакратычныя сілы беларусы вядомы ў свеце. Гэта было, дало нам добрую падставу, каб усю Беларусь не лічылі калабарантам у гэтай вайне.
Светлана, я вельмі хотела вас запытаться про практичные выники недавнего вашего визита в Злучаные Штаты. Тое, что не будет признания Лукашенко и вертания до business as usual, это пэўны выник. И наперш была заява Великой Семерки, что Лукашенко повинен быть притягнут до отказности за свои деньги. Далее будет оказана практичная допомога организациям, медиа белорусским, которые протягивают змагаться. И мы смогли донести думку, что белорусский кризис – это частка великой проблемы, и без вырашения белорусского кризиса не будет, будет постоянная погроза и Украине, и заходним странам, и что эту проблему треба вырашать комплексно. Конечно, эти встречи, они для того, как рассказать больше про ситуацию, а далее на рабочем, на працовном уровне, далее команды працуют с командами Вашингтона. А так само мы связались с технологичными компаниями Facebook, Microsoft, как вести больше змагання с пропагандой и допомогчи белорусским журналистам, нашим медиам. Я хотела вас запытаться, в какой ступени будущее Беларуси залежит от выников войны России супроть Украины, а в какой ступени от самих белорусов? Ну, то, что наши лёсы взаимосвязаны, это факт. Тут у процентных соотносинах, я, может, не скажу, мабуть, 30 на 70, 30 от выников войны и 70 от самих белорусов, бо мы разумеем, что каким... Коли Украина выиграет эту войну, то остальные кроки будут залежать от белорусов. Как мы скористаемся этим моментом, как мы до того момента сможем ослабить режим. Бо вся наша праца идет, с одной стороны, на ослабление режима, с другой стороны, на взмацнение белорусов. И зараз треба працевать, как николи ранее, треба быть объединенным, как николи ранее. И то, что праз два года мы все еще в фокусе, то, что праз два года мы як-нияк еще разом, это вельми великая заслуга белорусов. Я пошлое питание поспробуюсь коротко на его отказать. Выбираючися на ваш и человечий, и политический досвід, ці есть справедливость у свете? За что белорусам все это? Ну, у мене так это риторичне питання, і на його нема відказу, бо де б що не відбувалося у світі, чи у маленькій сім'ї, там нешто здарається, то, ведаєте, питаються у небесов, за що нам гэта. У белоруса, мабуть, за мовчання, за аполітичність, за те, що... Не было у нас такой мэты брать отказность за свою страну. Нам было комфортно в наших маленьких семьях, ячейках. И вот зараз мы несем коллективную отказность за это. 31 травня апелляция Сергея Тихановского, вашего мужа, политвязня, в Верховном суде. Чего вы чекаете? Ну, справедливости, конечно, не чекаю. Тут все зрозумело. И... Сергей вельми, вельми моцный, он разумеет, что можно его чекать, але он не сдается, он верит в моц белорусов, он передает привитание с турмы за кратов, он пишет верши, как узмацнить дух белорусов, и тому каждый его день это как выпробование для меня. Бо я не живу в этом свете, я живу там разом с ним и разумею, насколько ему тяжко, насколько тяжко тысячам белорусов, и это надає силы. И треба вернуть справедливость в Беларусь, треба вернуть политвязню до дому, у всех белорусов, у Беларусь снова. И, ну, вот это наша мета, але треба працевать вельми шмат, не свариться, працевать. Дякую великое. Это была демократичная лидерка Беларуси Светлана Тихановская. Дякую.